Приветствую всех, с вами мистер Так или Как, в общем это не важно. Сегодня буду описывать очередную игру. В этот раз я решил поиграть в Трансформера. Искал игру Трансформера 4, не смог найти в интернете бесплатную версию игры. Набрел на какой-то сайт, увидел там красивую картинку, как всегда, кликнул и сразу приступил к записи видео. Вместе с вами будем изучать новую игру. Нажимаем play. Музыка тревожная, игра серьезная. Видим дракона, дракон-трансформер. Это покруче любых автоботов. Off to play. Узнаем, как играть. Управление стрелочки. А это что? А стрелять. S. Прыгать. Нам, в принципе, нужно ползать по домам и разрушать их. Трансформер живет по принципу «хорошими делами прославиться нельзя». Вот он и решил забираться на дома и разрушать их. А мы ему помогаем в этом добром деле. Едет танк. Видимо, не союзник. Надо уничтожить. Летит вертолет. Желает по нам стрелять. А мы его, как говорится, быстренько окучили. О, на доме прыгает. Бомбардировщик бомбы сбрасывает. Нам эти бомбы как горох по стене. Танк стреляет. Оп, мы увернулись. О, я еще могу превращаться в дракончика. Летать. Полетели, полетели. О, дракон, он какой ужасный-то. Может стрелять. Ну ладно, нам надо быстренько разрушить дома. Это, вероятно, наша цель миссии. О. Да, такому боевому роботу позавидует любая армия мира. Он один может заменить целую гвардию. Так, танк там по нам стреляет. Да, не особенно сильный урон этого танка. Вертолет. Камикадзе в нас врезался. Нам особенно не страшно. Так, и чего? Как вот они... О, прыгаем. Сами того не подозревая, разрушил вертолет. Так, и чего? Как вот этот дом разрушить? Я вот хочу... А, надо на нем прыгать. Бомба. Бомба опасна. Так, вертолет камикадзе. В общем, надо разрушать дома. Военные поняли, что с таким роботом дела лучше не иметь. Очень много жертв среди военных. Мало того, что жертв, да еще техники сколько загубили. А стоят самолеты и вертолеты, знаете, недешево. Трансформер их укладывает на раз-два. Дома все разрушены. Так. Видим результат. Скорость. За 2 минуты мы разрушили все дома. В общем, игра так себе. На любителя. Мне она не особенно понравилась. Возможно, вас она зацепит больше. Ладно, я продолжу поиски игры про трансформеров. Возможно, найду про четвертую часть. Всем пока.